Ну, поскольку мы едем первыми, нам как бы получше немного, пыль у нас не стоит, если только от нас же, когда на разворот. Жарко, экстремально жарко прямо, машина греется, а высокий риск пробоя колеса, что как бы у наших соперников, я так понял, получилось, и мы пробили колесо. Рады вернуться сюда. Последний раз мы тут вспоминали, на летнем Асбесте мы были в 2011 году, 10 лет назад, ровно 10 лет. Так что рады вернуться в эти карьеры летом. Первый спецучасток был, скажем, такой ознакомительный, было очень скользко. Ну, то же самое было на тестах. То есть, когда ты едешь первыми, это вот эта легкая пыль, камушки, и машину вообще не узнать. В середине дома пробили колесо, но решили не менять. Больше потеряли времени, поэтому там так поехали на доезд, минуту с лишним потеряли. Мы здесь для этого заглохли, видимо. Хоть попадем в хроники.